Это «Сутки на декор» – шоу, в котором дизайнеры интерьеров не просто превращают скучные квартиры в яркие и модные за сутки и 24 тысячи рублей, но и исполняют мечты героев. Привет, я Артем Королев, и это «Сутки на декор». И наш сегодняшний выпуск об отношениях между мамой и ее любящим сыном. Согласитесь, мама – это первый человек, которого мы встречаем в этом мире, и для нее навсегда остается особенное место в нашем сердце. Поэтому мне хочется сегодня прям очень постараться для мамы. И поможет мне в этой невероятной переделке дизайнер Злата. Злата Еремина. Работает дизайнером уже 11 лет. Свой творческий путь начала на втором курсе университета, в студии главным дизайнером. В своих проектах Злата часто экспериментирует, любит современный стиль с элементами эклектики. Злата, привет! Привет! Добро пожаловать к нам. У нас сегодня очень красивая история, потому что любящий и любимый сын своей мамы обратился в нашу программу для того, чтобы сделать ей такой классный сюрприз. Класс. А ты для своей мамы что-нибудь делала? Конечно. Я же дизайнер, я как бы обязана всегда подсказывать, помогать. Мам, там шторы, мам, там диван, бежим, покупаем. В общем, ты понимаешь всю важность момента. Я очень рад и предлагаю познакомиться с нашим героем поближе. Всем привет, меня зовут Даня, мне 14 лет. У меня мама очень веселая, мы вместе любим гулять, ездим на великах, катаемся по парку. Любим погулять с собакой, съездить в центр. Мы живем здесь уже года два, может три, и от прошлых хозяев тут. Мне очень прикольный ремонт, неинтересно, скучно, и хотелось бы, чтобы было как-то повеселее, поярче, поинтереснее все. Мы здесь почти ничего не переделали, купили несколько шкафов, купили диван. Ну и по мелочи всякое. Стараюсь по максимуму делать для мамы приятные подарки из серии каких-нибудь коллажики из фоток. Потому что мы очень любим фоткаться. И очень приятно, когда я ей дарю там фотки наши совместные. Я бы хотел в будущем купить маме какой-нибудь дом, чтобы все было хорошо, чтобы она жила где-то за городом. Я бы к ней приезжал, мы бы вместе тусили. Я пригласил вашу программу для того, чтобы сделать сюрприз для своей мамы. Посмотри, какой прекрасный сын. Очень классный. Как ты думаешь, получится ли у нас исполнить мечту его мамы? Конечно, получится. Тогда поехали. Привет. Привет. Я Артем, это Злата. И я Даня. Очень приятно. Ну что, ты готов к переменам? Да. Отлично. И мы готовы. Мы готовы приступить к работе. А здесь еще и пес. Вот мы и пришли. Слушай, ну, мне здесь нравится, если честно. Есть с чем работать, да? Да. Работы много. Собственно. Приятно, чисто, спокойно. Здесь живет мама, правильно? Да. Это считается и гостиной, и ее спальным местом. Мы тут с друзьями тусуемся, если они ко мне приходят. Если мама нет дома? А, нет, вообще. Еще и гостиная для вообще всех, да? Да, для всех. И сюда все приходят. А-а-а. Мы тут любим посмотреть сериалы, ага, всякие фильмы, всякое такое. Вообще тусим вместе с ней. Скажи, а она в курсе вообще того, что ты придумал? Да, в курсе, но ей очень приятно. Что ты, конечно, что родной любимый сын придумал ей такой классный подарок, да? Есть с чем работать, и что-то мне подсказывает, что результат будет классный. Хочется для вас с мамой действительно сделать особенное пространство. Но нам для этого нужно и время, и деньги, правильно? Это у нас есть, но нам нужно приступать к работе прямо сейчас. Поэтому мы тебя отправляем на 24 часа заниматься чем угодно вообще. Ну, в рамках, конечно, да, приличия. А мы начинаем работать. Дань, возвращайтесь с мамой через сутки ровно, и мы попробуем вас приятно удивить. Спасибо большое. До свидания. Собаку оставляй нам.
Давай поговорим об этой комнате, потому что я хочу услышать твое мнение. Здесь в целом все не так критично, конечно. Угу. Очень много визуального шума для такой маленькой комнаты. Что такое визуальный шум, скажи, пожалуйста? Когда очень много деталей и много текстур разных. Основное — это декор, это разные текстуры на полу, на диване, шторы, плюс разные текстуры шкафа, какой-то более холодного оттенка. И новый, более, какой-то совсем, да, из прошлого. Совсем какой-то старый. И там лежанка для собаки, еще какие-то детали. В общем, все это разбивает пространство. А когда помещение маленькое, оно должно быть максимально цельные, поэтому все это нужно теперь скрывать, прятать. Но ты понимаешь, что у нас есть задача при этом оставить функционал этой комнаты нетронутым, да. А может быть, даже что-то и добавить. То есть это должна остаться гостиная для всей семьи, это должна остаться спальня, еще приватное пространство еще для мамы. Гардеробная. Гардеробная для всей семьи, да. Для мамы. И еще место для собачки. Да, нужно продумать много функциональных зон, чтобы всем было комфортно. Знаешь, у нас каждый раз дизайнеры придумывают какую-то свою концепцию и удивляют нас. Какие приемы ты сегодня используешь для того, чтобы здесь все изменить? Я хочу использовать только декор, то есть я не хочу трогать стены. Тут понятное дело, что можно заменить и потолок, и стены. Это может сделать каждый, поменять обои, вы можете сами. А вот как это сделать только лишь декором, это уже покажу я. Мне очень нравится такой подход. А сегодня будет мастер-класс по тому, как вообще не делая никаких ремонтных работ, полностью изменить свое пространство. Идея отличная, я предлагаю приступать, и наш первый шаг, любимый шаг, это избавление от всего, что нам здесь мешает. Поехали! Так, рассказывай, какие наши первые шаги. Сначала мы выносим лишнее, заказываем необходимый декор и начинаем со шкафа. Мы от него все-таки избавляемся. Избавляемся. Пока. Так, все, почти закончили. Почти закончили. Не скучай здесь. Не верится, что мы от него избавились. Да. Да посмотри, как много сразу же стало места и пространства здесь. Ой, я даже боюсь представить, что мы здесь натворим. Следующий шаг. Люстра, мы ее тоже выносим. Все, люстру мы выносим, все остальное практически мы оставляем или да? нет? Да, в принципе, да. И вот с такими водными ты обещаешь нам совершенно новое состояние. Обещаю. И настроение в этой комнате, да? Точно будет новое. Хорошо, проверим. Данный шкаф мы оставляем, но он испорчен. Его пытались починить скотчем. Мы сейчас тоже попробуем все это замаскировать самоклеющейся пленкой и исправим ситуацию. А? Все. Все, у тебя смотри, какое подмастерье здесь прекрасное. Сколько стоит этот стол? Расскажи. Это не готовый стол, мы сделали его сами. Из деталей. Это просто мебельный щит. Каждый щит стоит по 880 рублей. У нас всего 3. Итого, я в каждой программе проверяю на быструю математику наших дизайнеров. Дизайнеры? Итого 3, конечно, 880. Это примерно где-то... 3 на 800, 2 400, еще 2 на 8. 400. И здесь у меня уже... Бум. Не надо нам ничего считать, потому что цены вы видите здесь. Наконец-то мы поняли, как это работает. Ладно, на самом деле получается где-то 2 500. Да, не дороже. Это все, что мы потратили на этот стол? Да, уголки и сами щиты. Как сделать этот стол? Ну, это, собственно говоря, слепому ежу известно в тумане, который. Просто собрать, да? Просто здесь... три щита собираем P-образно. Просто три щита собираем P-образно. Вот такие вот крепления используем. Раз, два, три, все, он готов. А вот где мы купили самые классные и недорогие щиты, как и вообще все в нашей программе, разумные цены и хорошее качество, все это вы можете узнать на сайте STS.Love. Там все пароли и явки сданы. Сдадим, да. Да. Что дальше? Мы меняем тюль. Тюль там? Меняем вот эту тюль красивую? Да. Эту прелесть необыкновенная. А зачем мы ее меняем? Потому что очень активный принт, он создает визуальный, опять же таки, шум, который недопустим в маленьких пространствах, и нужно ее заменить на однотонную белую тюль. Ты так уверенно говоришь, что мне даже тебе сказать и возразить нечего, поэтому приступаем.
Но сейчас будет просто какое-то представление невероятное. Посмотрите, что вообще мы здесь делаем. Мы снимаем эту пленку. Да. Для того, чтобы, поскольку денег на новые двери у нас нету, правильно? Вообще нет. Да, программа у нас бюджетная, но зато хорошая. А мы просто обновляем эту дверь. Короче, сейчас мы научим вас, если вдруг у вас есть такое же странное покрытие двери, то мы научим вас, как от него избавиться и обновить дверь. Берете фен, да? Да, чтобы легче отходила пленка. Мастер-класс. Смотрите, смотрите внимательно. В общем, просто на самом деле берете и ее удаляете отсюда. А дальше она уже сама. Так, а что мы дальше-то будем делать с этой дверью? Мы ее в новую пленку оформим. А, да? Так, мы используем пленку ту же, что и... На шкаф мы использовали, наклеили, да. На шкаф, да? Да. Ну, супер, хорошо. Чтобы они были в одной текстуре. Ты тогда сама? Хорошо. Я пойду за пленкой. Мне кажется, получится хорошо. И потихонечку мы двигаемся. Это уже хорошая новость, ну, да, в нашей сегодняшней программе. Мое любимое занятие – крошение. Ты любишь крошение? Обожаю. А что такое крошение? Знаешь, как это слово появилось, нет? Крошение? Да. Наверное, это неприменимо к интерьеру. Это в твоем мире, а в нашем применимо все. В общем, сейчас расскажи мне, пока я заканчиваю воплощать в реальность, да, твою... Крошение, то есть, ты хотела сказать, да. Когда заканчиваю воплощать в реальность свою задумку, крошение. Да, расскажи мне, да. Да, так как у нас было очень мало денег, этот шкаф стоит 4000 рублей, вот, и он супер. Идеально сюда, в принципе, подошел и по форме, и по функционалу, но немножко получились разные формы, поэтому мы их объединим такой классной полосой, и почти незаметно, что они разные. Честно говоря, мне нравится идея, и в 18 раз в программе «Сутки на декоре» я повторяю фразу «Голь на выдумку». Сильна. Это про нас абсолютно точно. Хочу отметить, что мы еще и старый шкаф покрасили. Да. Чтобы все это вместе у нас чтобы играло. Чтобы их объединить. А сколько денег мы потратили на краску? На краску мы потратили 500 рублей. 500 рублей на все эти шкафы нам хватит, да? Да. Отлично. Какая красота у нас получается. Сразу же новыми красками заиграла старая стена, да? Расскажи мне, пожалуйста, свои идеи. У нас здесь получилось такое зеркальное панно. Mm-hmm. Оно нам нужно, чтобы визуально увеличить помещение, потому mm-hmm. что, когда помещение очень маленькое, зеркала – отличный выход. Так. Вот. Плюс, если бы заказывать полностью такое зеркало уже готовое, оно бы вышло очень дорого, а у нас это вышло примерно 1500, то есть отдельно зеркала. Все? Да, зеркала и молдинги вышли не дороже 1500. 1500 рублей, все да. Панно. Да. Шикарно. Четыре зеркала стоят 499. То есть ты взяла фотографии, распечатала их, правильно? Да, фотографии мы наклеили просто на белую бумагу. Так, смотрится очень стильно. Зеркала наклеили на стену. Да. И обрамили их молдингами. Один молдинг стоит 17 рублей. С ума сойти. Смотри, как интересно получилось. У нас вся эта стена такая же, обои такие же, как и были, но при этом с панно вместе сразу же есть ощущение да, изменений больших. И фотографии были спрятаны где-то очень далеко. Да, да, они были разбросаны, их не было даже видно. Мы распечатали их побольше, чтобы они были в центре комнаты, чтобы все гордились такой красивой мамой и сыном. Ты знаешь, я надеюсь, что мы с мамой скоро уже увидимся, потому что время... Что значит надеюсь? Я знаю, что это будет очень скоро, потому что времени у нас практически не осталось. Вообще, на самом деле, времени не остается. Опять сегодня вечер нервотрепки для меня, если честно, потому что, ну, скоро уже придут наши гости. Да. Скорее, быстрее, 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 Леем, быстрее, быстрее. Держи. Давай. Нет, не туда. А куда? Сюда. Ладно, пока я буду клеить, наклеивать и переклеивать, расскажи мне, пожалуйста, про эти рейки. Сколько стоит? А зачем? Б, ну ты все да. уже вопросы знаешь. Да, рассказываю. На стену мы разместили дверные наличники. Они были необходимы, потому что, опять же, стены мы не трогаем, никак их не меняем, но чего-то светлого здесь хотелось добавить. Поэтому взяли белые дверные наличники, их даже не пришлось красить. 10 штук стоят 1300 рублей. Три рейки из них мы покрасили в синий, чтобы тоже не было сильно скучно, мы поддержали наши шторы. Плюс за этими рейками можно спрятать провода.
Я хочу вам напомнить о том, что в инстаграме СТС Лав проводится конкурс на звание лучшего декоратора СТС Лав. И все, что вам нужно делать, это просто оставлять комментарии и голосовать. Каждую субботу после нашей программы, после очередного выпуска, в инстаграме СТС Лав появляется соответствующий пост. И если вам нравится переделка, оставляйте как можно больше комментариев. И, возможно, ваш любимый дизайнер получит звание лучшего декоратора СТС Лав. Сильно, да? Серьезно и сильно. Ты, кстати, тоже можешь стать лучшим декоратором СТС Лав. Что ты здесь делаешь? Я рисую собачку. Это же будет место для еще одного жителя этой квартиры. Вы помните, что когда мы только начинали знакомиться с этой комнатой, сюда забежала собачка? Максим, да, по-моему, его звали? Ты не помнишь? Я не помню. У нас обновление даже для песика. Вот. Мы просто обновили сам фон, чтобы, потому что у него был не самый красивый цвет, опять же, не вписывающийся в этот интерьер. Теперь все как будто из одной коллекции. Супер. И жить он будет у нас здесь, да? Скорее всего, да. Класс. Мне все очень нравится, кроме одного маленького факта. У нас остается 15 минут до того момента, как сюда придут заказчики. Нет, потому что сегодня я думал, что, честно скажу тебе, не был уверен в нашей переделке, потому что не совсем понимал. Я видел, что ты как будто бы ничего не меняешь, и поэтому я думал, что ничего и не поменяется, что будет все по-старому. Мой страх, как и вообще многие наши страхи из головы, был беспочвенен. У нас получилось поменять это пространство. Ты правда молодец. Спасибо. И обещала же экономно, экономно. Стены не трогали. Бюджетно. Стены не трогали, нет. Ремонта не было. Был декор. И у нас все получилось сделать. Молодец. Что будет дальше? Но я думаю, что вы, наши любимые и лояльные телезрители, знаете. Совсем скоро здесь появятся наши герои. И мы расставим все точки над «и». Это «Сутки на декор». Никуда не переключайтесь. Это «Сутки на декор», и уже через несколько секунд здесь появятся наши герои. А пока мы еще можем немного обсудить, что мы достигли. Вышло. Скажи, ты довольна? Лично я довольна. Переживала, но мне кажется, им понравится. Все переживали. И все, ну, по крайней мере, кто участвовал, остались довольны. Скажи, хватило ли тебе денег? Сколько примерно ты потратила? Да, мне хватило. Я потратила 23 677 рублей. Отлично, значит, у нас еще осталось совсем немного денег. Еще раз мы подтвердили тот факт, что сделать классный ремонт или декор, как сегодня, можно за 24 часа и за 24 тысячи рублей. Ну все, я не вижу смысла больше мне разглагольствовать. Я предлагаю прямо сейчас позвать сюда Ангелину и Даню. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Вау. Вообще так неожиданно. Не, правда, я, извините, я еще пребываю в эмоциях. Я просто не думала, что можно что-то вообще сделать, что-то здесь преобразить. Не, ну вы вообще большие молодцы, правда. Спасибо вам огромное. Я, наверное, сейчас просто расплачусь. Простите, не стыдно, правда. А почему вам стыдно? Ну просто здорово, правда, очень здорово. Поменяли люстру. Мы перенесли сюда ваш стеллаж, поменяли шкаф и объединили все шкафы в одну линию. То есть теперь, в принципе, это одна коллекция, можно сказать. Нет, здорово, круто. Очень здорово. Понятно, что мы, к сожалению, были ограничены нашим бюджетом и не могли поменять там, например, все здесь, да? Но мы с помощью декора показали, как можно полностью обновить пространство. Конечно, меня отвлекают сейчас смоки, но я договорю, как можно с помощью декора поменять пространство, чтобы здесь жилось еще счастливее. Правда, давайте здорово. Пройдем дальше и посмотрим, что еще мы здесь для вас сделаем. Убрали стеллаж, здесь осталось пространство, и мы сделали новый шкаф, то есть место хранения, но опять же не закрытое, а уже открытое, чтобы все-таки не нагромождать это пространство. И добавили декор на стены.
Абсолютно. И мы сделали это пространство чуть более интересным, легким и, как мне кажется, многофункциональным. Потому что здесь теперь действительно можно собираться как в гостиной, здесь можно спать, здесь можно вечером смотреть кино. И не забыли в том числе о самом нашем маленьком члене этой семьи, о Смоке. Теперь у него тоже есть обновленная маленькая комнатка. Видите? Кажется, ему нравится. Мы также добавили еще один акцент в обновленный интерьер. Стильный и функциональный виниловый проигрыватель Alive Audio. Уверен, он подарит море позитивных эмоций и создаст хорошее настроение благодаря качественному звучанию, стильному дизайну и простоте управления. Помимо виниловых проигрывателей, в линейке Alive Audio есть не менее стильные колонки, аксессуары и мебель специально для проигрывателей. Все это можно заказать на сайте или купить в магазинах вашего города. До сих пор нахожусь в шоке. Я хочу вас, правда, поблагодарить от всего сердца. Вы вообще большие молодцы. Вы обалденная команда. Вы очень позитивные, правда. Очень приятно было вообще с вами познакомиться. И я действительно даже не ожидала, что так будет. Ну, думала шкаф выбросить и что-нибудь там вот. Ну, а в целом, в общем-то, действительно комната преобразилась. Она просто стала другой. Для нас это тоже была большая радость работать с вами. Можно сказать, комната у вас изначально была, честно говоря, уже приятная. Мы просто добавили, да, какие-то такие штрихи. И отдельное спасибо. Я, например, тоже имею очень близкие отношения со своей мамой. И я хочу тебе сказать тоже как сын сыну, что то, что ты сделал, это прекрасно и очень красиво. Спасибо тебе огромное за это. Классный мужской поступок настоящего сына. Молодец. Спасибо, сынок. Спасибо. Но на этом спасибо у нас не заканчивается. Огромное вот такое невероятное спасибо от всех нас. Направляется тебе, Злата, потому что все это стало возможно только благодаря тебе. Спасибо тебе огромное. Я безумно рада, что... Да, спасибо большое. Но я тебя просто так не отпущу. Та-ра-рам! Пожалуйста, смотри, какая красота. Классно, спасибо большое. Спасибо тебе огромное. Мы с тобой здесь прощаемся и надеюсь, скоро увидимся. Спасибо большое. Я была очень рада поучаствовать в вашем проекте. Всем пока. Спасибо. Подарки на новом декоре не заканчиваются. У меня есть еще для вас кое-что. Та-да-дам! Я дарю вам также нашу замечательную памятную подушечку «Суткино декор». Спасибо большое. Будет память. И это еще не все. Это специально сейчас будет для тебя, Даня. Я знаю, что ты, правда, очень творческий парень, что ты супер поешь, что ты играешь на большом количестве музыкальных инструментов и на фортепиано, и на виолончели. И что ты хотел бы попробовать себя где-то в медиа. Поэтому я решил пригласить сюда двух прекрасных девушек, известных девушек, которые ведут утреннее шоу на радио «Русский хит». Ничего себе. Да, встречаю Дарью Федотову и Дарью Шаталина. Классные девушки. И я вас на этом покидаю. Я думаю, что вам будет о чем с ними поговорить. Пока. Ангелина, Даня, вас можно поздравить с преобразованием комнаты. Спасибо. Очень уютно. Спасибо большое. И мы вас тоже немножечко поздравляем. Спасибо. Дарим такой большое. Небольшой презентик. Уютный от нас. Подарок. Дань, мы знаем, что ты собираешься поступать в театральный вуз, сейчас в театральной студии занимаешься. А знаешь, что объединяет актеров и радиоведущих, особенно ведущих утреннего шоу? Что? Что нельзя ни в коем случае опаздывать нам на эфир. Дисциплина! А тебе в будущем на площадку. Поэтому мы приготовили для тебя три главных правила, которые не позволят тебе проспать на съемку или на репетицию. Смотри, первое. Когда звенит будильник, ты не откладываешь его еще на 5 минут. Ни в коем случае. Второй лайфхак. Очень важно утро начать с потягушек. Ты делаешь это? Да. Как ты это делаешь? Как ты тянешься? Ну, типа, я такой... Ну, кто ж так тянется-то, а? Как надо? Надо же вот прям во все удовольствие тянуться. Смотри, я, например, представляю себя березкой. Вот представь, я березка, и я тянусь вверх. Максимально тяну. И тут как бы и чакры открываются, да. И дыхательные пути. А потом я раз... И сбрасываю все это вот так. Но сбрасывать сильно нельзя, потому что у тебя впереди целый рабочий день, да, репетиции, съемки. Поэтому надо немножечко привести себя в тонус и для этого напеть русский хит. Какой у тебя любимый русский хит? Ну, допустим, Егор Крид «Самое-самое». Вот смотри, тогда берешь, сжимаешь кулаки, но не чтобы бить кого-то, а чтобы бить себя правильно. Утром немножечко можно и себя подубасить. И начинаешь бить в грудь и петь русский хит. О боже, мама, мама, я схожу с ума, ее улыбка, мама. Так, здесь это делать опасно, мы поняли. Ну, в общем, пользуйся этими правилами. Спасибо. И никогда не просыпайся. Ну, а мы идем дальше. Я Артем Королев, это шоу «Сутки на декор». Скоро увидимся. Пока.